Всем привет, с вами Вульф, и сегодня в великих альбомах, наконец-то, прогрессив-рок, а именно один из моих любимых дисков в этом жанре, Power and the Passion, немецкой группы Eloy, выпущенный в 1975 году. Когда слушаешь классный альбом в стиле прогрессив или арт-рок, возникают разные чувства, которые вызывают тем самым удовольствие от прослушивания этой сложной музыки, рисуя в уме картины жанра фэнтези или фантастики. И это неудивительно. Обычно в каждом, как для прогрессив-рока, концептуальном альбоме, это когда вся тема посвящена одному рассказу, присутствует фантастический или мистический сюжет. Так и в данном творении. До того момента, когда я сам не узнал, о чем говорится на Power and the Passion, я представлял некую космическую тему, типа отдаленных галактик и необычных планет. Настолько музыка на нем космическая. На самом же деле здесь поется о том, как некий парень, съев какой-то препарат, попал в прошлое, а именно в средневековую Францию 14 века. Уже походу встретив и полюбив там девушку, парень попадает в водоворот событий, участвует в восстании, попадает в тюрьму и, освободившись, находит колдуна-волшебника, который дает ему зелье, после чего он наконец-то возвращается домой, но сам и без девушки, и поэтому ему становится грустно. Хотя, как я и сказал, каждый может придумать себе сюжет, настолько музыка атмосферна. Не зря на обложке альбома не изображены картины средневековья, а небо. Видно было так и задумано, ведь когда смотришь на небо, возникают разные ассоциации. Это также выходит, когда слушаешь Power and the Passion, тем более, если еще не знаешь английский. В свое время, когда я впервые услышал Power and the Passion, я был просто ошарашен из-за того, что есть еще что-то по уровню не хуже тех же Pink Floyd или Camel, которые считаются, наверное, лучшими в своем жанре. Но их немецкие коллеги проигрывают им только на начальном этапе, когда в Германии еще очень тяжело было с музыкой, сказывалось еще поражение в войне. Но уже к середине 70-х Германия более-менее оправилась и начала выращивать в лице Scorpions и наших подопечных будущих грандов немецкого тяжелого и прогрессив-рока.
Сам же Power and the Passion вышел в 1975 году, когда почти все лучшее в этом жанре уже вышло. В Британии, родине прогрессива, Camel, Caravan, Pink Floyd, Yes уже отыграли свои лучшие шедевры. Сам же прогрессив потихоньку отходил, отдавая первенство назревающей волне панка и диско. Так что новая группа Eloy, которая выдала свои лучшие творения именно в середине 70-х и в начале 80-х, до поры до времени оставалась неизвестной. Я вот услышал об этом коллективе только лет 10 назад, когда благодаря интернету начал интересоваться прогрессив-роком. И вскоре понял, что есть еще не хуже работы той же «Темной стороны Луны» Pink Floyd. Хотя тот и считается номер один как по продажам, так и по рейтингу прогрессив-роки. Многие вообще считают группу Pink Floyd прилетевшими инопланетянами. Настолько музыка их гениальна. Особенно если брать 1973 год, когда вышел их великий альбом. Power and the Passion станет первым именно прогрессив-рок альбомом из 70-х, о котором многие уже меня просят рассказать. В скором времени также будет видео о группе Caravan и Camel, где также есть что послушать. Пока не буду говорить, что, пусть останется загадкой. Что же касается Power and the Passion, то этот альбом я считаю лучшим у Eloy, так как музыка на нем еще не стала чисто в стиле Space Prog, как например на классных Colors или Planet, где большая часть приходится на клавишные, а наоборот стала переломным моментом, где соединились прогрессив элементы с будущим космическим звучанием. Если еще есть те, кто еще не слышал этот выдающийся эпос, быстрее закачивайте к себе в плеер. Поверьте, ничего подобного вы еще не слышали, это уж точно. Для меня же Power and the Passion занимает третье место самых любимых прогрессив альбомов из мною услышанных, и который не надоест никогда. Ну что ж, а на этом у меня пока все. Да, и в качестве анонса, раз я уже затронул тему классического прогрессив-рока, то ждите в следующих великих альбомах диск номер 2 из самых моих любимых. С вами был, как всегда, Вульф, и до новых великих альбомов. Всем пока!